Свеклу, наверное, я выращиваю еще со школьных времен. Вы помните в советские времена, когда мы ходили на поля и все пололи свеклу? Вот, это было очень-очень давно, в прошлом веке. Свеклу мы садим в смуглянку. Давайте я вам ее просто покажу. Свеколка-смуглянка у нас уже имеет вот такой вот хороший размер. Если честно, крупнее мне не нужны. Я не люблю. Тереть неудобно, из рук выпадывает, чистить неудобно. Вот самый-самый любимый, наверное, размер у всех хозяек. Вот, грамм 200-220. У свеклы, конечно же, бывают проблемы, как и у всех овощей. Волокнистость, кольцеватость. Срываешь свеклу – нет насыщенного цвета. Ну, неинтересно, когда свекла, и она белая. Так вот, смуглянка – до того насыщенный цвет. Ну, конечно, цвет в свекле важен, но свекла – это сладкий овощ. Это, можно сказать, деликатесный овощ, из которого в детстве делали в русских печах паренки. Это теперь цукаты, а раньше это называлось паренки. Ой, это вкус детства. Так вот, смуглянка – это вкус детства. Салат из сырой смуглянки очень вкусный. Салат из вареной смуглянки очень вкусный. Борщи, любые заготовки, заправки, икра. Ну как же обойтись без свеклы? Любую свеклу я сажаю по принципу крайнего ряда. Что это значит? У нас растет морковь. Грядка с морковью по периметру обсаживается на расстоянии 20-25 сантиметров, не чаще, свеклой. Садим мы по 2-3 семечка в лунку. И имеем вот такие вот красивые выровненные плоды. То есть она вся по стандарту, один в один, хоть с линейкой мери.